занято. Мы сделаем вот так. И тут уже пошли. Да, чем дальше в лес, тем он темнее. Вот такое вот болото. Заболоченность. Такой вид, как из фильмов ужаса или со страшной сказки. Ну ладно, пошли. Да? Собаня, пошли по страшной сказке. Кого нашел? Кого нашел? Маленький мой. Ты кого нашел? Да. Здесь приятно гулять с собаками. Действительно, никому не мешаешь. Там идут люди, а мой Баскервилл сейчас будет не Баскервилл кричать. Он у меня такой ревнивец и защитник. Любит отстаивать меня и себя. Там пляж впереди. Люди отдыхают. Это музыка вдалеке играет. Не хотелось бы, чтобы она сюда попала. Рыба, что ли, валяется мертвая иногда. Непонятно. Да, там рыба валяется. Возникает вопрос. Она сама сложилась? Тут пляжная зона небольшая. Папа,
рыбу ловят. Так. Вот причина, почему я не стала сегодня идти на правый берег по набережной, потому что там везде музыка играет, даже сюда слышно. Вот, это не есть хорошо. Ладненько, пойду я отсюда на выход. Почему? Потому что чем туда дальше, тем громче музыка играет. Правила, конечно, такие дурацкие. Можно подумать, что я специально ставлю и транслирую, но это не так. Так, пойдем сюда на выход. Да, скажи, Сабанечка, было тихо, так классно. Ой. Поднимаемся. Поднимаемся. Ой. Так. Вот такая вот тут площадочка. Это все металл везут. Или вывозят, или везут. Что тут база металлоприемная. Еще называют ковш-1. Вот. Там на баржах металл этот сгружают. Вот идем мы по улочке. Короче, вышли мы куда-то на какую-то площадку. Сейчас будем продвигаться. Классный запах такой, офигенный. Угу. Так, тут, тут. Так, собак, как мы будем делать? Нам туда надо. Мазы все такие убитые. Так, что, собачечка моя, мой маленький собанечка, идем мы обратно в свой тихий лесочек, а то тут как-то шумновато, да, мальчик мой? Сейчас пойдем в лесочек, и пыльно тут, и шумно тут, пойдем обратно. О, вот он лес,
тьмы. И мы сюда заходим. И воронье орет. О, конечно, конечно, да, ребята, мы сюда. Мы сюда. Да? Пошли, мальчик. Вот так вот. Не бойся, пошли. Они тебя не тронут. Тебя они не тронут. Вот всякую падаль они тронут. И хороших, плохих и злых. У нас они не тронут. Так, идем мы по рощице. Ну вот тут тихо и хорошо. Потому с другой стороны уже тут такая тропинка. Так, чье-то угодье, а мы не будем его нарушать. Да, Микки, пойдем. Это, о, это пчеловод там. Пчелки. Там пчелок разводит, пчеловод. Да? Ладно, пошли, не будем стеснять человека. А то пчелки мая нам дадут жару. Пойдем. Ну, а тут с этой стороны тоже неплохо, приятно так, слушайте. Вот это прогулочка, супер. Тихо так, хорошо. Так, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди, мальчик, сейчас мы перепрыгнем и побежишь дальше. Вот такой вот, такие вот ручеечки текут тут. И мы их преодолеваем, прикольно. Вот так, пошли. Ой, печка орёт у кого-то. Да, Дениска, печка там у кого-то орёт. Вороны еще не успокоились. Мы их потревожили. Они еще не успокоились. Хорошо здесь. Хорошо. Ничего не могу сказать. Но я буду иметь в виду это место. Если что, вдруг выбраться отдохнуть, то сюда. Здесь тоже довольно-таки очень интересно. Да, Сабанечка, как тебе это место? Да, отметь его, чтобы мы его запомнили. Потому что мы сюда вернемся. Так что отмечай побольше, чтобы место потом нашел. Отметил, молодец. Будем идти, ты все найдешь. Так. Пойдем. Пойдем дальше отмечать. Присматриваться. Что тут есть? Вот этот звук щелчка, это у меня тут на шлейке у собаки, вон там вот железочки, они гремят, по пластмассочкам стучит, он бегает. И своего рода как сигнал, где он находится. Я бы сказала, даже и удобно. Никаких колокольчиков, ничего не надо, я слышу, где он мотается.
Вот так. Тут вообще супер, прям место релаксации. Классно. Хорошо. Да, типа такой батюшка такой. Да, ты мой маленький такой. Ты что такой маленький? Маленький. Люблю животных. И собак, и котиков. Так что к животным я отношусь очень щепетильно. Классно, вообще хорошо здесь. Не знаю, я вообще не устаю радоваться. Тут вообще просто супер. Просто супер. О, вот правда собаки дикие еще побегивают.